Ну-ка. Иди сюда. Вынося. Ой, Димка. Димка, Димка, подожди, подожди. С Бимом мы едем на операцию. На час дня назначен. Чуть-чуть опаздываю, но ничего. Там обычно мы ожидаем 10-20 минут начала. То есть нашей очереди. Сегодня Бим поедет не в багажнике, а поедет он у нас в гамаке, который мне подарили на выставке в Санкт-Петербурге мои друзья из Рэйчел Вау. Сейчас я покажу вам, как он выглядит. Я его давно... Нет, точнее, я его вообще не использовал. Вот. Но недавно сбили я его один раз. Ой, Димася, что тебе, дверка не это? Испугался, дверку закрыл, испугался. Но недавно я сбили его использовал, он мне очень понравился. Я его постелил сзади, и он у меня так и лежит. Так, итак, вот как он выглядит. Вот так вот он выглядит. У него, значит, эти лямки, зацепы, вот за спинки зацепляются вот здесь. Там также лямочки есть с карабинчиками, зацепляются за ручки здесь и здесь. Они вот сюда вот цепляются. И получается такой ковшик. В общем, собака не может ничего не поцарапать. Если она там ее стошнит или написает, накакает, то никуда ничего не прольется. Тут водоотталкивающая ткань. В общем, салон машины останется в целостности, в чистоте и в порядке, в общем говоря. Так, пес, а ты туда идешь? Все, сейчас сажаю Бимасика сюда, посмотрю, как он будет себя вести. Кому интересен такой гамак, покупка его или другие товары Rachel Wow, компания Rachel Wow, вы можете перейти по ссылке, адрес на сайт, их я оставлю. Ребята очень крутые, это реально мои друзья, и они мне абсолютно безвозмездно подарили этот гамак, и хотелось бы вам про них рассказать и показать, какую они продукцию производят. Также они производят лежанки, сумки для прогулки, там, чтобы туда хранить корм, какую-то подкормку, пакетики. В общем, ссылочка в описании. Смотрите, ребята очень крутые. Они будут смотреть этот выпуск. Привет вам! Все, Бимасика я посадил в этот гамак. Бимасик, ну как тебе в гамачке-то, а? Ну, Санька, хорошо мне, хорошо. Куда меня повез, слушай, скажи, засранец, да? Опять на эти, на мучения, на операции всякие. У Бима опять глазик подпух, жидкость слезная скопилась. Думали, что после двух, мы два раза ее выпускали, думали, может быть, как-то само заживет. Не решали сделать операцию, но все-таки операция неизбежна. Сегодня будут делать ему, будут скрывать глазик, делать ревизию, выпускать жидкость и слезный канал заделывать. Вот такой ты мой бимозавр. Ну-ка целуй. Ну-ка целуй. Ой, целуется. Маленький поросенок. Ну все, мы погнали. Биля, ты что, на солнышке пригрелась, да? У нас сегодня очень солнечно. И Билька легла на солнышко, пригрелась. Ой, тепленькая какая. Биляш, ты что такой тепленький, хороший. Билька, все, забираю ее Бимку на операцию. Ты будешь скучать, а? Жопа. Ты будешь скучать? Нет? Ну все, лежи, лежи. Все. Вон она, пригрелась. Пригрелась и хорошо, какой как хорошо. Да? Димася, пойдем. Димасик, это, это. Давай, 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 аккуратненько. Оп. Давай, 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 иди ко мне. Иди, 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 не бойся. Иди сюда. Давай, давай. Давай, 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 давай. Давай. Молодец, Бимка. Пойдем. Пойдем. Пойдем в клинику. Бим, пойдем, пойдем, пойдем. Все, иди сюда, иди ко мне. Иди ко мне. Иди ко мне. Пошли. Давай.
Стоп. Стоп. Давай, все, все, все. Иди, иди. Тем более они характерные. Запоминают. Ватную, на ватную палочку, допустим, мать заложили. И туда понес вам прям, замечательно. Все, спасибо. Выздоравливайте. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, запрыгивайте на весы. Бимка. Проверим, что тут накормили нам. Бима, давай, давай, пойдем. Пойдем. Давай, 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 давай попку. Оп. Все, садись. Что, все четыре лапы? Не, да. Попа что свисает, двигайтесь вперед. Ну я, не свисает она, нормально. Не свисает, вот. Все, сидим? Да. Лишь 1500. Вот. Сколько? Иди сюда. Бимка. Иди, иди, иди. Иди, иди, иди. Да куда ты? Малый, 3 года уже. Все. Все, приехали мы с Бимкой. Ну, мы здесь, 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 здесь. В клинику. Сейчас будет ему делать укольчики. Посмотрит его глазик. Да, Бимася? Бимася уже все пометил и в клинике хотел уже там корзинку пометить. Поросенок. Вероника Александровна укольчик ставит. Здравствуйте. Нет, я понимаю. Молодец. Умница, умница, умница. Молодец. Хороший. Это можно спокойно переписывать? Все, тогда расслабляемся сейчас. Сейчас тарелочку чудо. 10 минут ждем, потом делаем вторую инъекцию и делаем ревизию. Хорошо. По старой схеме, ничего не меняется. Что, я скажу, Бимася, уж полную бы миску мне что-нибудь покушать принес. Это потом. Бимася говорит, где еда, да, где еда? Сейчас, сейчас будет еда, наверное. Что-то в обратную сторону. А вы что, сытые? Что да нет. Ну. Полы, да что ты пока? Сейчас вторую инъекцию сделаю, да, вот все. Сразу вторую, да, сейчас? Да, сейчас уже наркоз поставлю. Да, без шерсти выглядит вообще это, ну, очень сильно таким вот, припухшим. Не, имею в виду, что... А, припухлость? Да, припухлость.
Игорь Васильевич, сколько длится-то будет операция? Да минут 20-30. А, недолго, да, совсем? И что делать будете? Ревизию сейчас посмотрим. Ревизию глаза сделаем. Вернее, глазу. Орбиты глаза. Угу. Найдем, откуда выделяется жидкость. Либо это лимфатический сосуд, либо это слезный канал. Не хочет показывать. Может ему одну так понюхать дать прямо? Прям он их ест только так. Ну здорово, да, так интересно. На колесиках он там интересно. Ладно, все это. Игорь Васильевич, все. Олег Александрович, оставляю. Все нормально, все успешно. Mm-hmm. Куда положим? А давайте сюда ложите. Сердечко сейчас еще послушаю. Mm-hmm. Нелегкий, да? Конечно. Упражняемся. Все нормально. Следите, просто надо будет еще антибиотик раз поставить через так, день. Что у него там? Слезный канал или что? Я не знаю, но мы, в общем, обновили края раны. Дно подчистили. Uh-huh. Убрали лишнюю соединительную ткань. Рубец, который там остался у нас, угу. Опять сшили. Ну, там, скорее всего, да, и слезный канал. Под ревизию сделали слезного канала, который там был. В общем, ну, сейчас подтянули, там, да, да, смотрим, да. Да сейчас ничего нормально должно быть. Должно быть нормально. Долго ушили, он будет? Ушили рану хорошо. А, ну, я так и машину его и положу. Да, да. Сейчас Ольга Яковлевна посмотрит сердечко, послушает. Хорошо. Ольга Яковлевна, давайте. Сердечко, слушай сегодня. Бимася! Что там у нас? Ну что, шалите просто или просто так меня припахать решили? А вы умеете укол ставить сами? Ну да. Ну все, просто. Что они там, этот, Лед Зеппелин играет? Ага. Рок-н-ролл? Да. Мася, скажи, поросята, да? Что делают со мной? Айда, Бимася, Бимася, айда, шармит его. Очень тяжело его нести, поэтому опустил его на землю, посмотрел, будет ли он сам передвигаться. Он маленько уже отошел и на ножках сам стоит и ходит. Айда. Дима. Айда. Бима, давай ложись. Бимка. Ложись, никуда не ходи.